Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас огромный заказ Фаберлик на 100 баллов, где куча VIP-новинок 16-го каталога. Итак, поехали. Просто огромное количество новинок в честь дня рождения компании Фаберлик, видимо. Надеюсь, мы с вами уложимся в формат одного ролика. Если нет, то одна за другой выйдут части. Две, потому что, ну, много всего, девчонки. Первое, что хочу показать и протестировать, специально на ногти ничего не наносила, это новинка 16-го каталога, артикул 7758. Это масло для ногтей и кутикулы с очень крутым составом, на самом деле. Показываю вам поближе, кому интересно. Так, где у нас состав-то? Вот он. Можете посмотреть. Здесь много витаминчиков, много масел, амаранта, неувядающий цветок бессмертия, питает кутикулу, здоровый блеск ногтям, увлажняет, смягчает, восстанавливает и так далее. Давайте смотреть скорее. Здесь прям такой интересный флакончик, и внутри вот такие вот кусочки цветочка получаются. Вообще здорово. И смотрите, какое это средство густое. Оно даже практически не перетекает. Открываем. Это действительно гель. Вот он сейчас еле-еле перетекает. Он даже не вытекает из флакона. Так, и давайте пробовать. Сейчас как раз посмотрим, как быстро впитывается по аромату. То есть одной кисточки, в принципе, прям вот на всю руку, на одну точно хватает, чтобы обработать ноготочки, фокус и кутикулу. Не представляю еще пока, что это по текстуре. Сейчас потрогаю и вам расскажу. Вот прям все-все-все обработала. Так, смотрим, что это у нас такое. Ну, по ощущениям масло. По ощущениям прям вот масло. Аромат. Слушайте, я не чувствую никакого аромата. Вообще никакого аромата я не чувствую. Его просто нет. Не, никакого аромата вообще нет. То есть оно ничем не пахнет. Прям масло-масло. Смотрите, как блестят ногти, блестят руки. Аж хочется на все руки разнести. То есть этого прям много. Пока все блестит, пока еще не впиталось. Будем смотреть. Поехали дальше. В отдельном пакетике пришли носочки. Новые новогодние носочки. Давайте за кадром пошуршу. Смотрите, какая это прелесть. Я даже не ожидала, что они вот так приходят. Это Дед Мороз. Так, это у меня размер 16-18. Я взяла, по-моему, самый маленький, который был, чтобы подошел к крестюшке. Артикул 820-713, 82 хлопок, 15 полиэстер, 8 эластан. И вторые носочки для Ксюшки. Вот такие вот тоже красивые, новогодние, вот в такой упаковочке. Так, это у нас с вами здесь две пары. Красный плюс белый, 36-38 размер. Мне тоже, в принципе, могут подойти. Поделим, котен. Артикул 820-706. Так, давайте открывать, смотреть. Хотела подарить крестюшки прям с Дед Морозом, но придется отклеивать, потому что иначе их не открыть. Представляете, как сделано вот так. Сейчас попробую не совсем всю пачку оторвать. О, получилось. Так, давайте смотреть маленькие. Да, крестюшки вообще прям подойдут. Но больше даже на возраст, наверное, 5 лет. Но нормально, нормально. Здесь Дед Мороз, и у него борода и шапочка, они такие, и помпон. Более мягкий, немножко другой материал. Вот такие вот красненькие, плотненькие, тепленькие. Прям вообще на улицу гулять можно в морозы. Итак, вышивка нитки. И дальше как бы вот такая вот махра. Махровые такие носочки, толстенькие. Плотненькие. Мне очень нравится. Прям красота. Так, и другие. Первые у нас вот такие вот полосатые с елочками, с зеленой резинкой. Достаточно плотненькие и очень приятные. Вот приятный такой мягенький хлопок. Смотрите. Такие вот не, без махры уже, но плотненькие. Елочка тоже вышита. Так, и другие. Красные с зеленым и тоже с елочкой. Тоже плотненькие, прям такие плотные-плотные. Не просвечивают ничего, теплые, хорошие носочки. Прям супер. Вот прям заказ окутан атмосферой Нового года, уже новогоднего праздника. Ну, вообще просто супер, слушайте. Так, я заказала себе новый триггер-распылитель. Он вот так вот просто в коробке лежал, потому что у меня прошлое что-то, видите, масло еще не впиталось, хотя уже минут 5 прошло. Но уже начинает впитываться, уже такого блеска нет. И кутикула, могу сказать, очень мягкая. Вот мягкая, прям действительно чувствуется вот это смягчение. Я накручиваю на средство для ванной. Нет у меня его тут в заказе? Нет, по-моему, тут
целая коробка, не докопаешься. И распыляю, мне так удобнее всего. Распыляю на ванну, прохожусь, потом силиконовая оранжевая перчатка, тоже Фаберлик и супер. И вот у меня что-то уже больше года в использовании, он, наверное, перестал пшикать. Плохо плюется как-то, заказала новый. Так, едем дальше. Что это у меня здесь такое тяжелое? Ой, это магниты. Какие они тяжелые, слушайте. Я заказала себе и на подарочки, потому что, ну, обалденные подарки. Вообще, вот все, что появляется в следующем каталоге, это все на подарки просто шикарно. Магнит «Дракон желаний». Так, 910-498 артикул. Информацию вам показываю. Девчонки, он объемный. Смотрите, он, видите, какой? Он объемный, он выпуклый, он тяжелый, прям это прям стекло. И вот такой вот дракончик. Слушайте, красиво, красиво, просто потрясающе. Вот второй такой же приходит в пупырке, чтобы стекло не разбилось. Вообще замечательно. Так, дальше поехали. Новая линейка I Love Winter. Я, кстати, не все новинки заказала. Потом еще появились новинки через несколько дней для випов. Но уже пришлось выбирать, потому что на 100 баллов уже в следующем каталоге. Остальные новинки возьму и все вам покажу. Соль для ванны с пеной, молоко с медом. В следующих роликах будем тестировать, обязательно вам покажу. Молоко с медом, это очень классная тема. 29,69 артикул, здесь 100 грамм, она прям тяжелая. На два раза, мне кажется, хватит точно. Так, по составу показываю, кому интересно. Ну и как всегда у нас с вами необходимое количество, то есть половину пакетика или целое, растворить в ванной под струей воды. Класс, супер. Понюхаем тогда, когда будем тестировать. Сейчас открывать не буду уже, что она будет открыто стоять. Дальше мыло. Твердое мыло, которым мы не пользуемся. У нас его в семье как-то не очень любят. Но на подарки обязательно тоже зайдет. Я взяла 4, по-моему, если еще в процессе не откопаю дракончика. И одно, наверное, I Love Winter попробовать. Так, дракончик у нас с вами 3+. По составу тоже, кому интересно, поближе показываю. И артикул у нас с вами 29,71. Так, где мои ножнички? Давайте откроем, посмотрим. Это линейка Lovely Moments. И вот так выглядит дракончик. Очень милый. Здесь Фаберлик. Достаточно крупный, хочу сказать, кусочек. Такой прям на руках остается по аромату. Ой, вкусно. Пахнет цитрусовыми мне лично. А, ну тут и написано, слушайте, Orange Candy. Пахнет смесью апельсина с мандарином. Очень новогодний аромат. Просто потрясающий. Очень вкусный аромат. Вот израсходуем. Держи, понюхай, нравится? Да. Дальше, да. Lovely Moments тоже. Фигурное мыло. Карамельная звезда. Здесь уже должна быть карамель. 29,72. И состав показываю здесь уже побогаче. Но оно не 3+ у нас с вами. Давайте смотреть. Так. Вот она такая звездочка желтая. Здесь Фаберлик. Как спаянные две половинки и по аромату. Еле уловимая душка. У дракончика она гораздо ярче. Такая ванильно-шоколадно-карамельная, но очень-очень нежная. Вот без приторности и без вот этой вот гурманской нотки. Очень приятный аромат. Прям классный, мне нравится. Вкусный, да? Да. Угу. Прям вкусный-вкусный. Вкусный и еле уловимый, очень нежный. Вот кто не любит гурманские ароматы в уходовой косметике, вам зайдет, потому что здесь вот нет вот этой нотки пищевой. Она такая вот деликатная и очень интересная и нежная. Так, едем дальше. По I Love Winter давайте пройдемся. Так, раз. Я вот смотрела у девчонок обзоры, у них приходят вот эти средства. И вообще гели для душа многие. О, еще одна звездочка на подарки. Но учителям в садик пригодится. У них вот эти гели приходят запечатанные. Гели, шампуни, то есть вот сверху такая полосочка беленькая. У меня склад Москва, и почему-то у меня так не запечатывают. Так, сейчас, слушайте, давайте все зимнее сразу достану, и будем с вами смотреть. Серия «Зима» и серия «I Love Winter». Мы ее с вами всю вроде нашла. Ну ладно, если что-то найду, еще покажу. Нет, вот, еще. Еще много всего. И то я говорю, я взяла не все. Вот совсем не все. Далеко даже какую-то там часть. Так, первый продукт – это у нас с вами гель для душа «Морозные ягоды». Их два выходит. Он такой непрозрачный и средней густоты. Видно, как стекает. Так, артикул его 29,66. Здесь 250 миллилитров. И давайте по аромату. Смотрите, по консистенции такой вот средней густоты. Он какой-то такой перламутрово-персиковый. Вкусно, очень вкусно. Ягоды с кислинкой. Клюква и другие какие-то сладкие ягодки. В целом
Очень вкусный, классный компотик. Вот прям очень-очень понравилось. Так, следующее. Давайте гель для душа. Второй гель для душа. Он такой больше кремового цвета, молочного. И, в принципе, такой же. Густой. Стекает, но медленно. Артикул 27-26. По составу тоже, кому интересно, показываю близко. Так, и это у нас уже зимний микс. Микс чем, интересно? Так, вот он такой. Тоже какой-то перламутровый, но прям бежевый-бежевый, как флакон. Слушайте, здесь как будто фрукты с цитрусовыми намешали. И не такая сильно яркая душка. Мне вот первый больше понравился. Там вот эта кислинка такая классная. Это тоже здесь есть кислинка, здесь есть какая-то свежесть. Вот фруктики все намешали. Такой тоже интересный компотик, достаточно вкусненький. И шампунь в этой линейке выходит. Оформление, я хочу сказать, мне кажется, вот за все годы, что я Faberlic, самое красивое, лаконичное и презентабельное. Вот просто обалденное. Шампунь, бальзам 2 в 1, зимняя защита. То есть защита от пересушивания волос на морозе и так далее, от сухого воздуха в помещениях. Здесь артикул уже 186 по аромату и по консистенции. А он такой белый, перламутровый. Пахнет, как вот этот гель для душа. Ягодки цитрусовые, все вперемешку, но поярче немножко, чем вот этот гель для душа. Вкусно, все классно. Так, крем из линейки так, I Love Winter, артикул 26-48, 75 миллилитров состав. Вот так это все дело выглядит. Крем приходит запечатанный. На новогодние подарочки все вот это безумно красиво. Так, давайте смотреть. Густой. Это защита у нас, по-моему, он защитный, если я не ошибаюсь. Да, это защитный крем перед выходом на улицу. Ой, а на руках тает. На коже тает, прям тает, тает, и как легкое молочко такое становится. Легенький-легенький. Вкусненько пахнет, но такая, знаете, просто вот кремовая душка. На геле для душа и на шампунь не похоже, но ручки моментально увлажняет. Вот прям увлажняет. Чувствуется, что покрываются руки какой-то защитной пленкой, но это не та пленка, которая чувствуется, жирная пленка. Да? Достаточно легкая консистенция, но в то же время я чувствую, что вот руки чем-то обволокло, и они напитаны. Так, дальше серия зима. Если что-то еще найду в процессе, посмотрим. Серия зима у нас здесь выходит. Все новенькое. Сейчас потестим ароматы. Первый бальзамчик для губ. Тоже вот все такое золотистое. Такие красивые елочки. Ну, вообще, ну просто. Самое красивое оформление по мне. Здесь у нас, кстати, тоже три масла в комплексе. И здесь три масла, а здесь 4% масла ши. Это который для лица защитный. Бальзамчик для губ у нас с вами артикул 20... А, нет, 2024 год. Артикул 29-59. Давайте распечатывать и смотреть, что он из себя представляет и какой у него аромат. Этикеточка мешается. Так, смотрим. Вот такой большой бальзамчик. Сейчас попробую нанести на губки. Аромат. Ну, вы знаете, вот какой-то декоративный тоже аромат. Не ягодки, не цветочки. Вот что-то такое вот. Похож на этот крем, кстати, Love Winter. Ненавязчивый такой, достаточно легкий. Бальзам очень твердый. Он прям твердый. Твердый. По-хорошему должен питать. Прошлогодний бальзам был мягче, гораздо мягче. Этот прям твердый, вот его не сотрешь. Губки, кстати, увлажнились моментально. Супер, мне понравилось. Классный. Так, поехали дальше. Крем для рук, концентрат. А, это у меня два одинаковых крема, девчонки. Это два одинаковых крема в артикуле 29-29. На подарочки тоже один пойдет. Второй сейчас посмотрим. Три масла, комплекс. Она с вами ухаживает тоже в зимних условиях, тоже перед выходом на улицу хорошо. И также, когда приходим с улицы, я иногда прихожу, когда снег, особенно с детьми играешь, руки прямо обветренные. Так, состав, кому интересно, тоже показываю. Вижу здесь масло. В составе много-много масел, прям вообще красота. Тоже запечатанный приходит. Распечатываем, давайте на этой руке попробуем. Густой, тоже очень густой. И не так уже, видите, тает на коже, как предыдущий. Но тоже прям хорошо обволакивает. Кстати, масло вот еще не совсем до конца впиталось для ноготочков, да? Но, тем не менее, они прям сразу такие ухоженные, блестящие, у кутикулы напитанные. По аромату. Пахнет, как предыдущая линейка прошлогодняя. То есть, есть какой-то отголосок меда. Такой вот слащавый медовый отголосочек. В прошлом году абсолютно так же пахла линейка.
Все, ручки напитались, ручки прям вот очень хорошо увлажнились. И вот этот, он более питательный, могу сказать сразу. I Love Winter, он немножечко полегче. Так, дальше у нас с вами для лица потрясающие картинки. Просто 4% масла ши защитный. 50 мл, артикул 29-30. Тоже приходит запечатанный. Давайте смотреть на него. Ой, он вообще густой, он как баттер, слушайте, еле выдавила даже. Он прям как баттер. И вот он густой-густой. Одушка такая же, медовая. Я немножко сейчас попробовала на лицо нанести, как будет ощущаться. Очень питательный крем для защиты от морозов и для очень сухой кожи. Прям вот понравится. Когда там идешь с детьми на горку куда-то или еще гулять, замечательно. Так, ой, еще. Как же? Баночки. Раз, два, целых три. Заказала я баночки. Одну для себя, другую подарю свекрови. Она у меня безумно любит вот эти кремы зимние. Здесь уже 6% масла ши. Артикул 150 мл, 26,50. Я сама люблю вот эти баночки. Прям для всей семьи. Потрясающе. Открываем, смотрим. Здесь у нас с вами зафольгировано. И что внутри? 6% масла. Вот такой вот кремушек. Беленький, классный. Очень-очень густой. Прям вот очень. Не знаю, куда уже нанести, все напитано. Так. Но при соприкосновении с кожей он немножко вот так подтаивает. Подтаивает. Самый плотный из этой линейки это крем для лица. Его можно и на ручки. Прям смело. Так, подушки. Такая же медовая. И хорошо питает, увлажняет. Вообще вот эти баночки у меня многие раньше любили и на работе просили всегда заказать. Они потом пропадали, когда зима кончалась, а некоторые ими на постоянной основе пользовались. Вот 8-й месяц 23-го года произведено. Класс, супер, мне нравится. Так, едем дальше. У нас много новиночек для детей. Так, но это я пока отложу. Давайте по серии дом пройдемся. Заказала то, что было нужно. Это гель очищающий для туалета. В этот раз взяла другой. Чередую их периодически. Они все очень круто работают. Цитрусовый микс, удобный. Носик, все отлично. 302,93. Нанес под ободок куда угодно. Оставил на 5 минут, на 10. Пришел, смыл все. Идеальная чистота, белизна. Поэтому средства эти люблю. Дальше. Еще раз заказала органу. Я прям ее давно не брала. Другими кондиционерами пользовалась. А тут вот она вышла обновленная. Как-то она стала еще немножечко помягче. И такой аромат обалденный. Прям так по нему я соскучилась. Артикул 308,54. Шикарная, парфюмерная, громкая, яркая одушка на белье, которая остается на несколько дней. А если в шкаф складываете вещи, то и оттуда достаете ее, потом тоже ощущаете. Супер. И они немножко, ну, не погуще стали. Но они раньше были прям вообще водичкой-водичкой. А тут вот как-то чуть-чуть погуще. Так, дальше поехали. Заказала водный освежитель. Вот такой вот акваспрей. Это тропический бриз. Тоже их беру по очереди, чередую. Один аромат приедается, хочется чего-то другого. 303,26 артикул. Защита одеток есть. То есть можно вот так сделать. Вот так сделать, он не нажмется. Все. Акватический, приятный, такой свеженький аромат. Легкий, безопасен для животных, для малышей. Все отлично. Дальше повторила вот эту сыворотку, новинка недавняя, серия коллаген, ролик уже про коллаген отдельно есть про эту серию и про сыворотку в том числе, но так как ее на весь курс не хватит, потому что кремов гораздо больше и тоника, соответственно, тонера, а сыворотка всего 30 мл, она мне уже заканчивается, нужна вторая, а мне прям нравится использовать все вкупе, я вижу очень крутой результат. Артикул 13,80, она такая тут малышка и... Носика никакого не имеет, просто такой флакончик, в принципе, как у крема. Сразу сейчас поставлю в использование, потому что предыдущий уже кончается. Кто не пробовал, прям очень рекомендую. Супер питание вы не увидите, но я вижу нереально крутую упругую кожу с выровненным тоном и лифтинг-эффект. Вот прям супер-супер. Так, дальше взяла диск, еще один в запас, тот идет в стирку, чтобы этот лежал. И так чередовать. Артикул 910,485. Диск нереально крутой, профи-диск. И можно без чистящего средства чистить абсолютно все, кругом везде и всюду, и ванну, и там панели, и стол, и посуду, и все, что хочешь, он очищает все просто на ура. Вещь нереально крутая, поэтому взяла второй запас, а то сейчас разберут. Как такие новинки появляются, популярные, прям разбирают их очень-очень быстро. Так, дальше взяла сухой шампунь.
Обычный, не для темных волос. Артикул его 2702. Нормальный такой средний сухой шампунь, которым можно продлить чистоту волос, который создает прикорневой объем. Если вам его не хватает, у вас быстро жирнятся волосы именно у корней. Поэтому такая вещь иногда нужна, иногда пользуюсь. Периодически покупку повторяю. По хорошей цене в этом каталоге. Вернее, не по хорошей цене, а был город скидок. Город скидок, и я попала на акцию, не помню, что там еще было, но, в общем, там были прокладки, по 110 рублей пачка выходила, это очень дешево. Ночные прокладки с анионовым чипом в артикуле 112,95, здесь их 7 штук, это потрясающие нереальные прокладки, которые вообще не идут ни в сравнении ни с какими другими. А ночные, они огромные, они такие длинные, и сзади еще есть крылышки, помимо основных, то есть такая задняя часть широкая. В общем, они крутецкие, и замены им не нашла, и никогда, наверное, не найду, искать не буду смысла, потому что не вижу. Полностью защита от протеканий. Все великолепно. Так, дальше. Вот такая влажная туалетная бумага детская. Периодически ее любим, особенно Ксюшка. Здесь у нас с вами что? Она 0+, 40 листов. И она смываемая, что тоже очень важно. 304-01 артикул. Пару пачек в запас. Так, дальше, девчонки, набрала вот таких вот красивых подарочных пакетов. Потом, когда заказ отправила, через несколько дней посмотрела, появляется еще там один пакетик для випов. Висел очень красивый, новогодний, но в большом размере. Тоже вот кремушки положить и так далее. Два вот таких вот малиновых, один вот такой. Так, малиновые пакетики, артикул 780-935. И вот этот с капкейками 781-204. Так, ну что, слушайте, я еще и половину коробки не разобрала, а у нас еще снимать много чего, поэтому на этом первую часть буду завершать. Следом сразу, ну, на следующий день, скорее всего, выйдет вторая. Будем разбираться дальше. Ссылка для регистрации в Фаберлик всегда под видео. А если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк. Всем пока!